Мы решили узнать пожелания наших студентов в честь 65-летия университета. Ты знаешь, что в этом году нашему университету исполняется целых 65 лет? Что, правда, что ли там? Слушай, я не знал. Чего? Да, знаю. Вот недавно 65 оттенков серого проходило. Знаю, знаю. Короче, я хочу, чтобы ты сказал пожелания нашему университету. Одним словом. Всего наилучшего. Пусть стремится к будущему. Это очень смешно. Да. Типа желания? Ну, как бы да, но нет. Желаю университету продвижения в любых сферах. Не знаю. Одно слово. Радости. Я желаю, чтобы наш университет стал еще более технологичным. Говори нормально. Одним словом. Технологичным. Ладно, и так сойдет. Пожелание одним словом. Поздравляю. Классно, пусть такие процветает. Не знаю, в голову ничего не лезет. Что вы говорите? Сатлик. Блестящ, блестящ. Блин. Желаю процветания, успехов, чтобы дальше достигал больших высот. Прекрасный тост. Одним словом. Яблочко! Пожелайте то, чего вам не хватает. Не хватает. Денег не хватает. Деньги есть. Крепитесь. И на том спасибо. Жаса. Шо? Сними. Жаса. Я так и понял. Мин, давай сюда, мин, давай другой. Я вам не верю. Я желаю то, чтобы развивался университет время. Надеюсь, у нас будет новых технологий побольше, новых аудиторий, где у нас все для практики, для студентов. Надеюсь, университет будет развиваться в таком же темпе, потому что в этом году много чего прибавилось, хорошего много чего. Особенно мне нравится наша виртуальная комната, в которых у нас на данный момент проходит практика. Там для нас много возможностей реально. Надеюсь, университет будет в таком же темпе развиваться. Студенттері жетістікке жете берсін. Гүлденуін тілеймін. Нет. Талантливых студентов. одним словом. Находчивости. Я просто похлопаю. Is Kazakhstan Technical University to be the best in Kazakhstan? Лучше и не скажешь.